очень дружно. Получилось то, что нужно. Ни машина, ни конфета. Настоящая. Конфета получилась. Вот отправится в полет наш прекрасный звездолет. Ребята, на какую планету мы с вами отправляемся? На Стилу. На планету Мечта. Давайте сейчас поставим свои ракеты. Встанем возле стульчиков. Скажите, пожалуйста, в чем у нас космонавты отправляются в полет? Скафандра. Давайте сейчас мы с вами оденем скафандр. Одеваем. Открываем. Все закрываем хорошо. Так, хорошо закрыли. Ну что ж, начинаем обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Полетели! Полетели! Итак, мы с вами находимся в космическом пространстве. Летаем, летаем. Итак, ребята, мы с вами подлетаем к нашей галактике. В нашей галактике есть Солнце, звезда и есть 8 планет. Давайте сейчас превратимся в планеты. Каждый из вас возьмет по одной планете. Берем по одной планете. Возьмем по одной планете. И покружимся вокруг своей орбиты. Покружились. А теперь вокруг солнышка покруг. Вокруг солнышка. Не забывайте, что вы в невесомости. А что такое невесомость? Два Венера. Три Земля. Четыре Марс. Пять Юпитер. Шесть Сатурн. Семь Уран. Восьмой Нептун. Хорошо. Все. Итак. Тихонечко вокруг Солнца. Герои космонавтов летали на ракетах. Мы наши космонавты летали на портрет. Давайте поиграем. Ракета в руки вы возьмете, как наши космонавты. Все в космос полетите. Мы в дальний космос полетим другим чужим планетам. А планета шулунишки, солномячики, малышки. Рядом солнышко всегда, не свернуть им никуда. В небе звезды ярко светят и ракету ждут. В космос мы сейчас проложим наш космический маршрут. В пространстве космического воздуха нет, и кружит он 8 различных планет. И Солнце, звезда, сам центр системы, притяжение связано с тем. У каждой планеты собственный путь, нельзя и полезность сорвиться. Вы ждите нас, звезды, когда подрастем. Мы к вам прилетим и расскажем о том, как прекрасна планета Земля. Какие на ней города и поля, какие цветы и деревья растут, какие в лесах ее птицы.